это вам на удачу. Ой, как красиво. Спасибо большое. Не ездите на красный свет, следите за пешеходом. Вас пешеход ждут дома. Ученики одной из самарских гимназий приняли участие в акции «Жизнь важнее скорости». Для этого дети вместе с педагогом вручную изготовили обереги для водителей. На них размещены надписи, которые должны заставить автолюбителей соблюдать правила дорожного движения и быть более внимательными на дороге. Ученица 2 А-класса Эмма Медведева считает, что аварии происходят из-за того, что водители отвлекаются за рулем. Для автомобилистов сделала домик, в окошках которого нарисовала детей. Это оберег. Он водителю подсказывает, что его ждут дома, чтобы он не говорил за рулем в телефоне, чтобы он помнил о безопасности и не превышал скорость. Светлана Баканова – мама двоих детей. Водит машину уже 14 лет. За рулем всегда соблюдает правила. Говорит, последний штраф выписывали 5 лет назад. Считает, что акция «Жизнь важнее скорости» способствует снижению детского травматизма на дорогах. Когда увидят дети, когда это делают, все-таки как-то трогательно. И будут думать об этом, и будут внимательны на дорогах. А если это дети еще доносят, то это вдвойне должно быть как бы в голове откладываться и соблюдать это. Реакция водителей всегда только положительная. Любому водителю приятно получить из рук ребенка подарок, сделанный своими руками. И водители, как правило, эти обереги размещают на зеркале. И постоянно, смотря в зеркало, они видят надпись, обращение, которое размещено на этом обереге, о том, что его ждут дома, о том, что необходимо соблюдать скоростной режим. В акции «Жизнь важнее скорости» приняли участие более 500 педагогов образовательных учреждений и почти 9 тысяч воспитанников. На регулярной основе в учебных заведениях города с детьми ведут профилактические беседы и рассказывают о правилах дорожного движения. Профилактике детского дорожно-транспортного травматизма мы уделяем большое внимание не только в нашей гимназии, но и во всех школах города. Еженедельно проходят классные часы, ежедневно проходят минутки безопасности, так называемые, когда на последнем уроке учитель напоминает деткам, азы, да, что нужно переходить на зеленый свет, смотреть по сторонам, снять капюшон, да, вытащить наушники и так далее. Во время изготовления оберегов безопасности дети совместно с педагогами параллельно повторяют правила дорожного движения. Получается двойная профилактика. Подарки от учеников получили не только водители, но и сотрудники полиции. Школьники пожелали им удачи и хорошего настроения. Максим Магомедов, Максим Гусев. События.